Всем известно об основных составляющих успешной власти, самое важное из которых – это прямое общение с народом, что помогает выявить основные общественные проблемы. Прием граждан по личным вопросам регулярно проходит под руководством главы Конаковской администрации Олега Шаталова. Обратиться за помощью или советом, проконсультироваться по самым интересующим вопросам, решение которых входит в полномочия государственного аппарата, может каждый желающий. В очередном порядке и строго по записи глава администрации подробно рассматривает каждое заявление. На одном из таких приемов вчера побывала наша съемочная группа. Основная масса записавшихся к Олегу Вячеславовичу – это пожилые люди. Пенсионеров особенно волнуют вопросы о жилищно-коммунальных услугах, основные из которых – установка счетчиков на воду и газ, плата за капитальный и текущий ремонт в многоквартирных домах, обустройство подвальных помещений, вопросы по содержанию квитанций и даже некомпетентность некоторых сотрудников. Также рассмотрению подлежали вопросы о муниципальной и частной недвижимости и торговле.